30 ноября. Так, была не была. Попробую снимать фильмы, несмотря на очень болезненное состояние. Так мне хочется терять очень день. Вот, сейчас вы увидите мой сайт. Вот, этот сайт 10 лет, 20 лет назад был популярен невероятно. Находился на первых местах. Мне все завидовали, и была, и сейчас она есть, гостевая книга. Вот. Одно время она лопалась от записи. Сейчас она выглядит вот так. Фактически она потеряла свою актуальность, но она не виновата. Знаете почему? Изменилось все. Если раньше основа сайта составляли все новое и новое материалы в виде статей, и тут же реакция была. Так, какая реакция? Вот счет на письма пошел за много-много тысяч. Это за несколько лет. Вот, я буквально, хоть мне было нелегко, очень было нелегко, но меня поддерживало то, что, отвечая на вопросы, многие вопросы, сомнения, несогласия у внешних людей, подчеркиваю, внешних, не обязательно профессиональных садоводов, вот, выпускников академии, но у внешних людей все время вынужден был даже коротко спать, не спать, вот, мучиться в сомнениях, искать, проводить опыты и так далее. Сейчас смотрю, идет ли запись. Допустим, вроде идет. А сейчас я, наверное, уберу камеру, потому что мне уже стыдно. Вы физиономию увидите. Видно. Вот время такое. Болею я, болеть сейчас надо. За французский рацион, простите. Габарит меня добивает. Вот. Но это я не жалуюсь, а оправдываюсь. Итак, мы с вами находимся на той с папой, где тысячи писем. Я не выбираю. Я решил так. Возьму 10 лет назад. Будем сказать, что 10 лет. Что изменилось? Изменилось ли что-то? Вот сейчас мы с вами будем, может быть, год, может день, может всю зиму, продолжать переводить текст на аудио. Это, я считаю, что это очень-очень важно. Хорошо, что камеру не видите. Вот, и что я делаю, вы тоже не видите. Итак, поехали. Прошло примерно 10 лет. Валерий Константинович, по поводу вкусных птичьих яблок на Кавказе, сообщение Кирилла Козлова. Потом из ваших рассказов вы упоминали слово «анастасиевцы». Так, я десятки раз его упоминал, ну ладно. Вот, кстати, Анастасия и говорит, что яблок, сохранивший свои первородные свойства, сейчас на земле осталось несколько штук. Может, это про них? Давайте так, я упоминал, я сейчас скажу с высоты прошедших 10 лет. Конечно, Анастасия – это литературный образ. Когда я об этом сказал, что это персонаж литературы, актуально, я потерял много друзей. Самые наивные люди оказались среди Анастасии. И нужна была вера для ее получить. Вот. Она, естественно, ее автор, который создал Анастасию. Вот. Естественно, что знать больше нас он не мог. Вот. Он перечислил то ли 5, то ли 10 сортов, есть в его книгах. Вот. Если они первородные, то они ничуть не вкуснее современных. И те, кто хотел бы их найти,
Я на твоем месте бы этого не стал бы делать, потому что это то же самое, что вот сейчас быстренько наладим производство велосипедов. Какие были велосипеды 100 лет назад? Первых мотоциклов или хотя бы этих самых наших мотоциклов, восходов и прочих. Вот. И пересядем на них. Нет, время ушло. Вот это мои, вот так сказать, современные понятия. А теперь давайте, что я проговорил 10 лет назад. Я с огромным уважением отношусь к анастасийцам. Кстати, опять мне надо напомнить, время-то анастасийцев ушло. Теперь многие даже седина опять-таки. Это было движение, которое затронуло сотни тысяч людей. Они бросали городские дома, бросали образно, переезжали в деревню, брали землю, нектар, как правило, пытались взять, и, потому что нектар это как было одно из ключевых слов. Вот, все это прочитал несколько книг, уважаемого мной писателя, талантливого, даже гениального Владимира Макая. Дальше добирайте ключевые слова, и вы это познакомьтесь с тем, что недавно было, как бы сказать, смыслом жизни миллионов, ой, это я преувеличил, десятков, даже сотен тысяч людей. Итак, я с огромным уважением отношусь к анастасийцам, когда через пару поколений городское население будет давать полностью больное потомство, вот, кстати, 10 лет прошло, я оказался прав, и вырождаться, возрождение-то начнется с них, как извините за цинизм, чистого генетического материала и последних народных духовных начал. В первую очередь, анастасийцев и староверов. К сожалению, сохранение отдельно взятых качеств, сохранившись в окружении других сортов, невозможно, все усредняется. Понятие нравственности в природе не существует. А беспорядочные половые связи устраняют все и вся. Вспомните, с какой тщательностью оберегают от контактов породистых лошадей. А именно, ну речь о половых контактах. А именно в растении эмоции это невозможно. Есть контакты, и культурное растение становится полукультурным. Нет контактов, вы вырождение. За последние 10-20 лет я с этой проблемой сталкивался. Если речь идет не о моем отдельно взятом саду, где несколько поколений под названием и мировым открытием наслоения метра привело к тому, что вырождение и даже полувырождение, полукультурность от культурных не передается, не случается. Но это не забывайте, что я отвечал 10 лет назад. И я говорил не о своем саде, как исключение из правил, а вообще о всей планете. Нет контактов вырождения. Внимание, именно в суровых российских местах еще и второй фактор – одичание. Ради выживания. Подчеркиваю, в суровых российских местах. Именно поэтому у меня выжившие после жесточайшего отбора шелковицы десяток из 200 дали плоды размеров с ноготь на мизинце. И это первое же поколение в Сибири. Так. Вот такая была переписка с Борисом из Санкт-Петербурга. Но переписка продолжается. О, Борис Санкт-Петербург. Валерий Константинович, суд, как я понял, вообще понятие относительное. Нет, не относительное. Ну ладно, если после переезда в другую местность, вкус и прочее меняется. Меняется свойство сорта, верно? Так, все, ребята, здоровья нет. Пусть это будет маленький-маленький несколько минут фильм, но все-таки я как мог на него ответил, на то письмо. А если мне станет полегче, я продолжу эту тему. А пока прошу прощения, мне надо закругляться. А я знаете, что сделал? Чтобы все-таки это не выглядело очень уж грустно, что... А почему я в таком состоянии пытаюсь создавать, подавать фильмы?
Вот. Что будет завтра, никто не знает. Вот мой сайт, вот моя фотогалерея. Я не раз вам показывал это чудо. Вот. Вот это вот дает мне право вот это вот просто брать и становиться оракулом, провидцем. Вот. Этого не может быть никогда. Сотни полных питомников не имеют вообще садов. Они никак не отвечают на вопрос. Помните, я издевался над ними? Не отвечают на вопрос, откуда у них саженцы, откуда эти дровишки. Садов нет. Вот, это величайшая тайна. Не то, что скрывают, а их просто нет. Вот так вот. Вот, вот это дает мне право быть оракулом и учителем. И не зря меня поздравляют с его учителя. Вот. Ну, и все-таки, смотрите, я текст оторвался, глаза вроде ничего не видят, но фотографии я почему-то вижу хорошо. Вот. Если это так взять, например, вот так вот взять, о боже, какая красота. Сам не верю, да. Вот таких нет в природе. Я имею в виду на территории России. И это было создано, в два раза увеличено, поняли, да? Это особая технология. Они наука не знает, а если знает, то молча это самое, старается тему не затрагивать, иначе заставит их учиться поливать. Вот. Вот это крайности, конечно. Еще раз говорю, это надо создавать. Я не беру на себя, это не волшебство, это особое открытие, наследие метра. Несколько поколений перенос первого, второго, второго, третьего, четвертого, и чудо случится. Как оно уже случилось. Вот. Тогда что получается? Если я сейчас возьму, например, ну, какую фотографию, вот эту фотографию, да, возьму Сиокотск, что будет? Что будет, что будет? Как Райтинг его спросили, что будет? Что будет? Он ответил, пиво будет холодное. Это если холодильник купить. Так вот, так и здесь. Что будет? Они будут помельче немного, то меньше будут мерзнуть. Более в южных районах они возьмут, так, кстати, доказательство все-таки это мое, а то знаете, как в Западной Украине вот эту фотографию присвоил плодопитомник и написал, что вот некто это я. Значит, взял и это купил у них саженцы, вот это вырастил, представляете? Вот. Опозорились капитально. А люди же не знают. Они думают, о, Западной Украине лучше этих нету, потому что они фотографии в Сибиряка свистули. Ну это просто мне обида говорит. Вот. Пока наука мудро молчит, пользуется всех обделений. Теперь так. Итак, наверное, надо останавливаться. Но все-таки согласитесь, что в таком саду, если брать и переходить все на сеянцевое размножение, там постепенно, учитывая Сибирь, сад деградирует. Или опустится до какого-то уровня среднего. Вот, вот это может быть. Но идет бесконечная прививка каждый год. Каждый год это удается поддерживать такое состояние. Саженцы, продаваемые уже не мной, а вот этим вот молодым человеком, видите, вот эти саженцы, они позволяют поддерживать на высшем уровне качество сортов. Поняли, да? Журналистка из Красноярска, я угощаю перчиками. Вот. И уже бывают такие случаи, вот как этот персик хасанский, вот попав уже ко мне, он был настолько мелкий, что мельче уже некуда. И привитый, а здесь Сибирь остался довольно мелким, до 50 грамм.
И косточки взятости его дают те же до 50 грамм, 30-40-50. Но я не считаю это за трагедию. Самое главное не обманывать людей. Вот. Но несколько поколений, и они уже становятся. Например, есть у моих учеников 50, и 80, и 100. И в случае Сахалина 202, больше 200 грамм. Вот, так что я надеюсь, что это будет не последний. Извините, на этом моё здоровье кончилось.